Всем привет, меня зовут Даниил Иванов, и сегодня по традиции я расскажу про результаты нижегородских команд на прошлой неделе. И, конечно же, затронем тему российской сборной. Погнали! Начнем с хоккея. На прошлой неделе нижегородская «Торпеда» провела 3 матча. 2 из них было дома, и 1 встреча была сыграна в Подольске. Все 3 игры получились сложными. Но стоит отметить, что во всех 3 матчах нижегородцы набрали очки. 2 победы и 1 поражение, которое случилось в игре с «Северсталью». Булитная серия осталась за «Череповчанами». Интересный факт состоит в том, что в каждой из 3 игр место в воротах занимал новый вратарь. Сначала Кочетков, затем Тихомиров, а с Амуром место на последнем рубеже занял Мурыгин, для которого этот матч стал только 2-м в сезоне. Удручает, что из 18 матчей на 0 торпедовцы смогли сыграть только 1 раз. Сухарь был в Новосибирске. Но при Немировске команда никогда не отличалась сверхмощной обороной. Например, в прошлом сезоне торпедовцы только 3 сыграли на 0 за весь регулярный чемпионат. Когда смотришь игры «Торпеда», то проскакивает такое чувство, что нижегородцы говорят сопернику: «Вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим». Но ведь этим нас и подкупает игра «Торпеда». Правда, место в турнирной таблице быть чуть выше, но, как я уже говорил в одной из передач, маловероятно, что торпедовцы прыгнут выше 6 места по итогам регулярки. Сегодня, кстати, «Торпеда» предстоит играть с «Автомобилистом» на домашнем льду. Обе команды яркие, так что веселый хоккей нам обеспечен. Останемся пока на теме хоккея, но от «Торпеда» перейдем к «Авангарду» и к «Акбарсу», который 3 декабря сыграет матч в Дубае. Правильно, почему бы и нет. В России будет холодно, а в Эмиратах самое то. Сыграют матч, отдохнут, погреются, да полетят обратно. На самом деле, интересное решение. Посмотрим, что из этого получится. Может, и «Торпеда» как-нибудь свой матч проведет в Дубае. Клуб организует бесплатный рейс для болельщиков и для СМИ. Эх, ладно, в облаках полетали, пора возвращаться к результатам. Прежде чем перейти к футбольному клубу «Нижний Новгород», вспомним о сборной России, которая на прошлой неделе успела обыграть Словению. Реванш все-таки взяли за 2009 год. У многих давно уже не было такого чувства, как переживать за резкую и смелую сборную России. В игре со Словенией оно вернулось у многих. Гол через себя Джики, опасные выпады на ворота Словении, пяточки игроков и, главное, победа и первое место в группе. Жаль, что пропустили впервые при Карпине. А после игры футболисты пели. Да, пели ту самую песню Афродиты Валера, которую раньше частенько исполняли болельщики московского «Спартака», когда командой руководил Карпин. Валера! Валера! Я буду! Валера! Не выкладывай! Валера! После игры со Словенией россияне гарантировали себе 2-е место, но хотелось бы остаться на 1-м. Команде осталось сыграть с Кипром на своем поле, а затем наша команда отправится в Хорватию, где будет самая настоящая борьба за 1-ю строчку. К сожалению, это произошло. Футбольный клуб «Нижний Новгород» проиграл в гостях. Да плюс к этому еще и не забил. Выезд в Самару оказался очень неудачным. Дубль Сарвели, незабитый пенальти Калинского и итоговый результат 2-0. 5-е поражение НН в сезоне. Александр Киржаков после матча отметил, что команда совершает много ошибок. Мы играли хорошо с мячом, мы играли неплохо без мяча, но, к сожалению, индивидуальные ошибки, которые привели к тому, что мы пропустили 2 гола, повлияли на ход встречи. Мы заплатили очень большую цену за невынужденные ошибки, о которых мы, ребят, все время предупреждаем. Также на прошлой неделе мне удалось побывать на тренировке Нижнего Новгорода и пообщаться с аргентинским защитником команды Лукасом Масаэро. Футболист рассказал, с кем он общается в команде, а также сравнил Нижний Новгород со своим родным городом Мендоса. Когда я пришел в команду, я был единственным иностранцем. И первую неделю мне было сложно. Но после этого в команду пришел Балай. Также общаюсь с Павлом Могилевцем. Еще у меня хорошие отношения с Акушем Кечкишем. У нас есть группа в WhatsApp. Также в группе есть Иван Миладинович. Очень красивая страна и город. Много зелени, как и в моем родном городе. Мини-футбольный клуб «Торпеда» провел 2 домашние игры с «Газпром Югрой». Если первая встреча подарила море положительных эмоций, как в плане игры, так и в плане результата, то вторая разочаровала.
первом матче торпедовцы выиграли 5-1, а вот во втором уступили 2-7. Да еще плюс ко всему тяжелую травму получил капитан команды Сергей Денисов. Желаем скорейшего выздоровления капитану. После 4 матчей на счету торпеда только одна победа. Теперь нижегородцам предстоит тяжелый выезд в Ухту. Надеюсь, что оттуда команда сумеет привести максимальное количество очков. Ну а напоследок у нас, вы сами знаете, что подборка красивых голов из РПЛ. Ну а с вами был Даниил Иванов. До скорых встреч, дамы и господа.